опять обвалдишь, и мне очень понравились вот такие стеклянные минажницы. Красивая цена. Хорошая. Разные варианты есть. Ага, все окей. Все, да. Качество очень хорошее. Вот эта серия мне всегда нравилась, но и качество хорошее. И серия хорошая. И вот ее цена. Но вот эти кружки, я не знаю, насколько камера передает. Здесь рисунок объемный. Баночки для меда. Вот набор тарелок на 4 персоны. 5 с хвостиком. Вот эти мне еще понравились. 5900. Классные мягенькие подушки. Толстые. Это 7800. 7800. Ага. А вы возьмите нам, они желтые. А классная сумочка. 5,5. Есть побольше. 6,5. Размеры подходят, 37. 37, да? 4000. Классные ботинки. Вот это женские ботиночки, 6,5. Да, у меня 36-37. Тут всегда была неравнодушна к таким туфлям на танкетке, да еще и зеленые. Натуральная замша 6200. Вечная классика. Натуралка. Скажите, а вот эти шлепки какая цена? Уже лето дорогое. Посмотрела, качество очень хорошее, мягенькое. И цена 4000 очень привлекательна. Сейчас я нахожу в новом корпусе Б на первом этаже. И вот зашла, мне очень понравилась постель. Постель производства Китай, Турция и сатин. Что по цене розница? Розница 2000. 2000. Это сатин хорошей плотности, да. Правильно? Очень хороший. Это производство Китай мы рассмотрели. А сейчас мы рассматриваем производство Турции. Высокая плотность. Цена розница. 2500. А есть еще вот по 2500 тоже такой люкс. Сейчас.
Мне очень понравился этот комплект производства Турции. 4 наволочки, размер 2 спальни. 4 наволочки 50 на 70 и 70 на 70. Камера немножко искажает цвет, он ближе к бирюзовому. И этот сатин, да? Это сатин тоже, да. Турция. Сатин хлопок получил. Тоже красивые очень расцветки. Цену назовите, розницу. 2 800. Спасибо.